Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза и центральное телевидение. Передаем сообщение ТАСС. 18 марта 1965 года в 10 часов по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли мощной ракетой-носителем выведен космический корабль-спутник «Восход-2», пилотируемый экипажем в составе командира корабля, летчика-космонавта полковника Беляева Павла Ивановича, второго пилота, летчика-космонавта подполковника Леонова Алексея Архиповича. Я просмотрел и транспорт корабль.
Ha ha ha!